Один з лідераў першай лігі чэмпіянату Беларусі рыхтуецца да суботняга матчу з «Нафтанам». Акрамя гэтага, зусім нядаўна футбалісты гэтага клуба абаранілі тытул чэмпіёна па футболі Міжнароднага спартыўнага саюза чыгуначнікаў. Як ідуць справы ў гомельскага «Лакаматыва», даведаліся нашы корэспандэнты. Тыдзень таму зборная нашай краіны выйграла залатыя медалі сусветнага першынства сярод чыгуначнікаў, які праходзіў у французскім Сен-Мандрые-Сюрмер. Зборная Беларусі, у якую ўвайшлі футбалісты гомельскага футбольнага клуба «Лакаматыў», абараніла тытул, заваяваны ў 2015 годзе. Чэмпіянат быў не такім простым, як он мог паказацца па результату і па таму количеству мячэй, которые мы забілі. Можно сказать, что нам где-то повезло с жеребьевкой в групповом раунде, там команды были немного послабее. Но после этого было три очень тяжелых игры, плюс в последний день мы играли две игры в один день, и получилось, что ключевая игра, она была второй за день, против сборной России. Зараз «Лакаматыў» ідзе ў нацыянальным турніры на трэцім месцы з 45 ачкамі. Дарэчы, у гамельчан добрыя шансы на ўдзел у стыкавых матчах за пуцёўку ў вышэйшы дывізіён. Готовіцца, как можна сказаць, к последнему бою. У нас последний отрезок решающий остался, 6 игр, которые мы должны пойти постараться пройти без потери. Тогда все в наших руках. Мы займем минимум свое третье место и будем бороться за путевку в высшую лигу. В коллективе все хорошо. Ребята отдохнули сейчас, приехали, отдохнули. В хорошем настроении приступаем к работе и подготовке к матчам. Ближайший суперник чыгуначнікаў – «Нафтан». С «Нафтавіками» гамельчане згуляюць у Новополоцку на стадионе «Атлант». Стартовый свисток прогучить у 15 годин. Сейчас нас ожидает очень тяжелый матч на выезде. Это команда «Нафтан» Новополоцкий. То есть команда крепкий такой середняк. Легкой игры не будет, но мы, дай бог, чтобы все были в строю у нас. И готовимся с полной ответственностью и с полной серьезностью. Пасля гульні ў Новополоцку расслабляцца чыгуначнікам не будзе часу. 30 кастрычніка адбудзецца перанесены матч 23 тура. У гэтым паядынку «Лакаматыў» на сваёй пляцоўцы прыме брэсцкі «Рух». Вероніка Гамсюкова, Алеся Рудзянкова, Ігар Марышчынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».